Привет, меня зовут Огана Бергер, я выпускница Самарского университета. Я с детства люблю космос и все, что с ним связано, поэтому я всегда знала, что хочу работать в этой области. Я тогда поступила на такую же программу, но только дома, в Бразилии, и там училась 2 года. На втором курсе у меня был один предмет – история развития аэрокосмической техники. И, естественно, рассказывали о всех русских достижениях в аэрокосмической отрасли. Тогда я думала, ну, мне нужно попасть в эту страну, решила все там бросить и подала заявку на получение бюджетного места для иностранцев в России. По программе были 2 возможности – Москва и Самара. Но когда я при поиске узнала, что в Самаре строили часть ракеты, на которой Юрий Гагарин летал в космос, и что именно Самарский университет уже запустили свой собственный наноспутник, то все вопросы отпали. Мне нужно было именно сюда. Мне нравится, что в Самаре многое связано с космосом, то есть название магазинов, космопорт, звезда, музей космонавтики, сам университет назван в честь отца космонавтики, и ну, это вдохновляет. Я помню, что когда я только приехала, я позвонила маме и сказала: «Мама, я сейчас живу в столице космоса». Я помню первый раз, когда я вошла в лабораторию в своей кафедры, и видела всю аппаратуру, с помощью которой строятся и исследуются наноспутники, увидела, как мои преподаватели там работали, я была тронута. Я почти плакала, и был очень хороший момент. Еще на втором курсе у меня был один предмет с преподавателем, который является автором одного учебника, английскую версию которого мои преподаватели в Бразилии использовали. Такие возможности редко. Я даже об этом никогда не думала. В моей группе половина – это девушки, и отношение с преподавателями и с одногруппниками всегда было уважительное, поэтому это никогда не было проблемой. Я хочу стать следователем. Работа своих преподавателей меня настолько вдохновила, что я решила именно этим также заниматься. Я уже подала заявку на магистратуру в нашем университете, естественно. И дальше посмотрим, какие двери откроются. Но судя по тем, которые уже открылись, то это перспективно.